Как в Британии борются с дронами-контрабандистами? Во сколько оценили любовное письмо Эрнеста Хемингуэя к Марлен Дитрих? И как Туркменистан планирует очистить от курильщиков? Об этом и не только в нашем международном обзоре. В Британии борются с дронами, доставляющими контрабанду в тюрьмы. Полиция и тюремное начальство будут обмениваться информацией, чтобы вместе вычислять людей, запускающих такие беспилотники. Квадрокоптеры просты в управлении и стоят относительно дешево. С их помощью заключенным нелегально доставляются наркотики, оружие, мобильные телефоны и инструменты. Ранее уже были арестованы 2 человека. Их приговорили к тюремным срокам за попытку доставить в тюрьмы Хартфордшира, Саффолка и Кента контрабандные товары на сумму около 60 тысяч долларов. Письмо, в котором Эрнест Хемингуэй признается в любви к актрисе Марлен Дитрих, выставлено на аукцион. Лот оценили в 30 тысяч долларов и продадут с молотка в аукционной галерее «Сван» в Нью-Йорке 4 мая. Хемингуэй отправил письмо Дитрих в августе 1952 с Кубы, где тогда жил. За год до этого Марлен призналась, что хранит фотографию Эрнеста у изголовья. Письмо подписано «С любовью, мистер Папа». Позже Хемингуэй объяснил, они стали жертвами неодновременной страсти. В музей Чарли Чаплина в Швейцарии нагрянула толпа поклонников в образе знаменитого комика. 662 почитателя актера установили мировой рекорд за самое многочисленное официальное собрание для группового фото. Среди участников – та же дети. Все соблюдали дресс-код – черный смокинг, ботинки, котелок, трость и накладные характерные усики. Как утверждают участники флешмоба, раньше их собиралось даже больше, но они не считали нужным официально регистрировать рекорд. Посольство США в Лондоне по подозрению в терроризме вызвали 3-месячного ребенка. Как оказалось, дедушка мальчика допустил ошибку в визовой анкете. Отвечая на вопрос, намерен ли вы заниматься террористической деятельностью, шпионажем, саботажем, геноцидом или когда-то уже занимались подобным, 62-летний Пол Кеннин написал «да» вместо «нет». Дедушка узнал об ошибке после того, как его внуку отказали в поездке. Малыша везли в отпуск во Флориду. Вместо этого ребенка забрали из дома в Пойнтоне, графство Чешир, в посольство в Лондоне. Там и допросили. Правда, непонятно, каким образом это происходило. Визовая путаница обошлась семье в 3000 фунтов. В Туркменистане в 2025 году не будет курильщиков. Специальную национальную программу утвердил лично президент Гурбангулы Берды Мухамедов. Программа нацелена на борьбу с табакокурением, призвана обеспечить популяризацию здорового образа жизни и сделать Туркменистан свободным от табака. Отмечается, что страна занимает лидирующие позиции в мире по вопросу борьбы с табакокурением, является образцовым примером для других государств и активно развивает сотрудничество со Всемирной организацией здоровья. На юге Аргентины нашли яйца динозавров. Находку обнаружил местный пастух и сразу же передал ее ученым. В середине яиц выявили эмбрионы динозавров, которые неплохо сохранились. Исследователям даже удалось сделать анализ эмбриональной кожи и зубов доисторических животных. Для Аргентины подобные находки – события, обыденные 70-80 миллионов лет назад. На этих территориях существовали болота. Потом же в результате активности вулканов лава как будто бы законсервировала образцы доисторической флоры и фауны.